Приветствую всех! Сегодня хочу предложить вам салат с гранатом и копченой курицей. Много говорить не буду, сейчас все увидите сами. Но возьмите этот рецепт в копилочку, он пригодится к любым праздникам. Берем куриную грудку. Для начала, конечно, снимаем с нее всю кожу. Она нам не нужна в салате. И режем нашу куриную грудку. Сейчас сначала пытаемся отделить филе по максимуму, вот, на небольшие кубики. Я сразу буду выкладывать на тарелку, в которой буду подавать салат, чтобы смотреть, сколько мне понадобится грудки. Теперь смазываем куриную грудку майонезом. Аккуратненько, стараемся не сильно толстым слоем. Еще берем яйца. У меня 6 таких средних яиц. Трем их на крупной терке. И укладываем вторым слоем яйца. Также смазываем майонезом. Берем сыр, твердый любой сыр берете, грамм 150-200 понадобится. Также трем его на крупной терке. И укладываем третьим слоем поверх яичек. Снова смазываем майонезом. Все, осталось украсить только гранатовыми зернами. Посыпаем ими сверху. Ну вот и все, салат готов. Давайте поставим его в холодильник на пару часиков, а лучше на ночь, а потом будем сами кушать и угощать своих гостей.